Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться для любителей заработка без вложений новым буксом. Называется Atombooks. Минимальный вывод отсюда от 1 цента. Значит, переведете здесь, все просмотрите. Здесь уже пошли первые выплаты. Я зашла в него вчера. Вот от 1 цента вывод. Видите, люди выводят. Вот 1 цент, 1. Регистрация здесь, друзья, наипростейшая. Имя, логин, имейл, пароль. Все как обычно. Вход по логину и паролю. Значит, давайте пройдемся быстренько по кабинету. Это наша домашняя страничка. Здесь наша статистика. Значит, здесь мессенджер. Это добавить денежные средства по желанию. Здесь обновить аккаунт. Значит, минимальный апгрейд $1.5. Значит, виндраф. Так, 8 дней. А кто для обновленных пользователей? Вывод инстантом. Значит. И по 1 центу здесь вывод, друзья. Здесь уже стоит по 2 цента. Ну, сейчас посмотрим. Это уже по желанию. Сами здесь там посмотрите. Значит, это вкладочка вывод. Это я чуть позже поставлю денежку на вывод. Баннеры, вкладочку. Находится наша партнерская ссылочка. И 2 баннера. Далее персональные настройки. Здесь прописываем Perfect или Pair кошелек. Сюда прописываем пароль, который указывали при регистрации. Нажимаем сохранить. Здесь будут отображаться прямые рефералы. Ну и здесь история вывода, депозита. Значит, также присутствует форум. Посмотрите. Так. Поинты. Membership. Так, так, так. И вот здесь выводы. Ну, вот кто-то выводил денежку уже. Заработок. Вот Earn Money, вот это, заработать. И просмотр ссылочек. Прежде чем просматривать ссылочки, мы должны кликнуть на эту вкладочку. Нас перебрасывают на страничку. Ничего не делаем. Ждем. Нет шкалы, нет ничего. Просто ждем. Появляется вот такая капча. Ищем перевертыш. Вот он, перевертыш. Все. Возвращаемся. Пока с рекламки активен. Как просматривать рекламку? Точно так же. Кликаем. Ждем. Ничего не делаем. Как видим, шкала не загружается. Просто спокойно ждем. Сейчас появится капча. Появилась капча. Ищем обратно перевертыш. Все. Нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Я поставлю на паузу. Просмотрю всю рекламку. И после я в режиме онлайн проверю его на вывод. Я просмотрела всю рекламку. Возвращаюсь в аккаунт. И кликаю вывод. Выбираю Pair. Так, максимум я могу вывести $2. 5% комиссия. Значит, итого у меня 15 центов, 0.15 центов. Цент. Кликаю, перевожу на русский. Ваш платежный запрос был отправлен. Идем на Pair кошелек. Я перезагружаю страничку. Pair у нас также берет комиссию. 29 марта перевод выполнен. 14 центов, как мы видим. И вывод Atombooks. Все замечательно, платит. Так, давайте теперь хочу поставлю на оригинал, посмотреть минималку. Вывод.
вывод видим 0,1 цент. Набрали цент, ставим на вывод. Минималка у меня не поднялась. Вот такой вот букс. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!